Похоже, и наши российские потребители наконец научились выбивать деньги из богатейших американских корпораций. На днях москвич Алексей Карелов отсудил у сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс» рекордную сумму – 320 тысяч рублей за пролитый на его дочь горячий кофе. Изначально мужчина требовал 5 миллионов. Суд убрал 1-0, разделил на 1,5, но и эта итоговая сумма, как говорят юристы, пугающий для общепита прецедент. Я считаю, что сумма довольно значительная, но все-таки я полагаю, что сумма неадекватная для Макдональдса. Полагаем, что суд бы мог взыскать и гораздо больше. Насчет обжалования, наверное, мы подумаем. По всей вероятности, будем обжаловать в апелляции с просьбой увеличить сумму взыскания с Макдональдса. Прежде в нашей стране подобные компенсации морального вреда в случаях вроде пролитого кофе, обжигающей начинки в пирожках или зажатого между стулом и столом пальца никто не получал. По некоторым данным, была некая условная планка – 100 тысяч рублей. Но и эти деньги выплачивали лишь самым настойчивым пострадавшим. Почти все опускали руки и забирали заявление. Карелов – один из тех, кто пошел до конца.